Каюмов оставляет шайбу Рафикову. Тот быстренько переводит ее на Алексея Марченко. Пулкинен. Ух, силовой прием Робинсона. От Пулкинена там клюшка на метр отлетает в сторону. На опережении сыграл Осипов. Вот та самая константа. Мамин, Акулов, Шелунов. Защитники второй пары Дальбек и Сергей. Вот она, встреча Робинсона и Пулкинена. А вот наглядный пример, видеопример. Так как нужно силовые приемы и так как настраиваться. Мы сказали про Мэтта Робинсона, который поучаствовал в двух пропущенных шайбах предыдущей встречи.